Вам же по-прежнему интересно, что происходит в нашей маленькой веломастерской. Середина июля, у нас тут завал байдарок, все мокрое, привезли. Смотрите, какая красота. Все под потолком, все висит, сушится. После выходных дней идет дождик очень сильный. Сейчас, в принципе, ничего такого особенного не происходит. В день приносит там от 3 до 5 велосипедов. Мы их потихонечку делаем. И все нормально. Вот здесь у нас сейчас все, что находится в работе. Вот эти 3 велосипеда полностью новые. Смотрите, какие модные крылья на них поставили. Эти велосипеды под сборку. После известного магазина. К сожалению, все плохо. Втулки не протянуты, смазки нету. Надо все полностью заново пересмазывать, все протягивать, все настраивать. Это вот работа у нас будет на завтра. Надеюсь, что мы завтра это сделаем. И все. Вот эти вот велики мы сегодня сделали. Вот эти велики мы сделали вчера. И там вот у нас идет работа. Время уже 9 часов вечера. У нас на сегодня последний велосипед. Надеюсь, мы его сегодня, может быть, закончим. Но, скорее всего, нет. И тут опять байдарки, палатки. Сейчас у нас все 2 этажа забиты палатками, потому что после дождей все надо сушить. И все там вот в темноте у нас разложено, развешено и так далее. Вот самокатик. Только что поставили покрышечку сюда бескамерную, такой вот с дырочками, видите? То есть цельнолитая покрышка, чтобы не прокалывалось ничего. Ну и там у нас еще в подвальчике долгоиграющие проекты. Показывать не буду, может быть, как-нибудь потом. Так что работа есть, середина июля, сезон не заканчивается. Мы теперь занимаемся в основном байдарками. Потому что байдарки — это прикольно. Это отдых на воде, пока такая возможность есть. А велики несут, но мы справляемся. То есть на данный момент у нас очередь, ну, может быть, 2 дня, может быть, 3 дня, может быть, день. То есть смотря сколько в день велосипедов появляется, смотря насколько они сложные. Потому что вчера у нас была каретка, с которой я провозился 5 часов. Потому что резьбу пришлось нарезать. И все. Дожди, дожди, дожди. Середина лета, тропики. В общем, вчера вечером, как только я снял это видео, с 9 вечера до 10 притащили еще великов. Целую кучу. И, короче, на самом деле получилось не 5 велосипедов в день, а в 10. И работы стало еще больше.